Воркауты, детские площадки устанавливают в Елизаве на Камчатке в рамках программы «Тысяча дворов» на Дальнем Востоке. Жители города в ходе голосования выбрали 10 придомовых территорий для благоустройства в рамках федерального проекта. По первому этапу включаются работы в рамках разработки грунта, устройства подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня. Далее работы по бетонированию, а также устройству покрытий из резиновой крошки и ограждения. Работы по первому этапу по всем объектам выполнены в настоящее время. Производятся работы второго этапа в части установки малых архитектурных форм. На данном объекте установлен воркаут. Запланированы работы по монтажу детского городка. Более всего поступало обращений в части монтажа воркаута, так как молодежь, ну, в принципе, жители нашего города увлекаются спортом. Вот, для них это более актуален. Срок окончания работ – ноябрь 2022 года. Сейчас они находятся на завершающем этапе. На площадках ведутся работы по установке оборудования.